Итак, садим картошку. Прежде чем ее положить в грунт, мы ее обработаем. Раньше обрабатывали престижем, в этом году решили обработать матадором грандом. Почему на него остановился? Во-первых, он не только как протравитель и против, ну и как фунгицид против болезней, у него еще есть как бы добавки, описывается стимулятор роста. Ну попробуем. По цвету он же такой же, как и престиж. Вот мы видим, пузырек прозрачный, вот он ярко-алый. У нас есть пол-литровая, вот видим, из-под моющего емкость. На пол-литра нам надо 30 грамм. Видим, открыли крышку. Крышка запечатана и запаяна. Не так, что открываем и бежит. Вроде как бы должен быть оригинал. Оторвать. На язычке они как-то не придумали, чтобы делать. Все предлагают пробить отверстие, но мне больше нравится как бы снег. Но придется брать, наверное, нож. Нет, все-таки получилось снять. Вот мы видим, снимаем фольгу, там полиэтилен и этот протравитель вот такого ярко-алого цвета. Но один минус. Мерной ложечки или мерного стаканчика нету. Но мы приблизительно знаем, сколько 30 грамм. То есть там доза именно не говорится 30. На пол-литра можно 30-50 грамм. Этот флакон 150 грамм. Если его условно разделить на 5 частей, то это будет где-то пятая часть. Либо на донышке должно плавать. Вот мы берем и смотрим. Мы видим 30 грамм, это, грубо выражаясь, 1,5 столовых ложки. Тут значит, надо еще немножко больше. Даже так вот на глаз можно определить. То есть, как мы видим, где-то здесь 1,5 столовых ложки. Все. Протравитель нам больше пока не нужен. Мы его убираем в сторону. Дальнейшее нам нужно налить воды. Наливаем емкость воды. В данном случае опрыскиватель обыкновенный, так как у нас объем картошки небольшой, значит нам нужно немножко. Вот видим, обыкновенный на бутылку, на литровую, пол-литровую, там пластиковую накручивается, он же также накручивается из-под моющего. Ну, мне как-то стандартно не понравилось, это подошло отлично. Ну, теперь смотрим. Видим, все, пошла жидкость. Дальнейшее наше действие. Это желательно делать в резиновых перчатках. Будем делать так. У нас в ящиках картошка приблизительно, ну, не скажем приблизительно, лежит по сортам. Ну, с каждого ящичка и будем насыпать ведерко. Положили слой, пробрызгали. Ну, вот таким вот образом. Смотрим, картошка пустила небольшие глазочки. Пошли, видите, зеленые. Эту воду достаточно для посадки. Ложим на донышко картошку. Это чисто сейчас покажу. Дальнейшее делается в резиновых перчатках. Пробрызгали, перемешали, все, картошку можем высыпать в другое ведерко, с которого будем садить. И следующее, чтобы не расстилать ни на клеенку, там не ворошить, она обработана со всех сторон, очень быстро, эффективно и удобно. Ну и вот мы можем видеть, наш мотоблок уже стоит, уже он справился со своей задачей на сегодня. То есть я не снял сам процесс посадки, так как были заняты. В чем же он заключался? Вы видели, что были борозды проделаны. Вот в эти борозды потом прошлись, так как у нас картофеля садилка, не знаю, есть активная, нету, вот, просто, то есть мы сделали борозды, потом прошлись просто по, побросали в них картошку через одинаковое расстояние, это примерно минут 10-15 времени занимает, ведер 8 мы посадили, да, вот, так что, так, это вот происходило. Затем, как это все сделали, мотоблоком прошлись между рядками, и он их обвернул.
мы видим, вот как это получилось. После этого взяли грабли и немножко картину для красоты, для себя подрисовали, чтобы было так вот аккуратненько. Точно так же мотоблоком и окучиваем, и пропалываем. Это уже туда дальше выложу другие видеоролики. Так что посадка картошки не занимает больших усилий и ресурсов. Вот. Поэтому не трудно, быстро и легко. Сажайте картошку под мотоблок. Хорошего урожая, всего вам хорошего.